Здравствуйте, Артём. Это видео про ваш одуванчик. Вот смотрите, одуванчик на моем переходничке, установленный на двухсторонний скотч. Я запрограммировал фокус на расстояние 85 мм, диафрагму 1,4 и время входа в режим программирования 1 секунда. Вот он, одуванчик. Это полочка. То есть сначала все делаете по инструкции, наклеиваете полочку, затем на двухсторонний скотч наклеиваете одуванчик, проверяете, чтобы он точно сидел, отмечаете его место посадки, потом убираете одуванчик, убираете скотч, все это дело обезжириваете, наносите зубочисткой немножко клея и по калибру на то же самое место, где он был наклеен на скотче, наклеиваете одуванчик. Сейчас я это все упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.